Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с орхидеей с названием GPM1 или другое ее название Sweet Yuppie. Получила я ее полгода назад от азиатского поставщика NCK. Орхидея пришла в горшочке 2,5 по мху и через пару месяцев начала расти цветонос. Достаточно для небольшого своего размера она распустила большие цветы. Они в размахе где-то 8 сантиметров. Вот так выглядит орхидея. Корешков у нее не очень много, но тем не менее они раскуклились и начали расти. Вообще я для себя сделала вывод, что NCK достаточно хороший поставщик, потому что орхидея распустилась абсолютно в соответствии с заявленным фото. Она у меня уже цветет где-то 4 месяца, выдала 4 цветочка и буквально неделю назад начала доращивать еще один бутончик. Вообще, производитель NCK интересен тем, что на рынке сельского хозяйства он очень давно. Но раньше он специализировался на животноводстве. И после очередной вспышки эпидемии, когда ему пришлось забить всех своих свиней, он переквалифицировался и начал производить, выращивать орхидеи для экспорта больших белоснежных орхидей в Японию. Сейчас он расширил свой каталог, у него можно найти интересные новиночки. Я буду просматривать его каталоги, обязательно что-то еще закажу. Глядя на эту орхидею, даже не могу представить, насколько она будет эффектная, более даже эффектная, чем сейчас, когда растение полностью адаптируется и будет выдавать намного больше бутонов на цветоносе. В общем, всем коллекционерам я рекомендую записать эту орхидею GMP1 в свои любимицы. Притом у этого поставщика очень недорогие орхидеи. Я свою орхидею покупала всего лишь за 550 рублей. И очень рада, что эта красавица сейчас есть у меня в коллекции. Подписывайтесь на мой канал, давайте вместе наблюдать за орхидеями. Буду вас радовать обзорами орхидей своих коллекций. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Пока-пока.